В среду на центральную и северо-восточную часть Польши обрушилась буря. Гроза сильным дождем и ветром бушевала всю ночь. По меньшей мере один человек погиб, есть серьезные разрушения. Более 3000 вызовов получили спасатели после того, как вода внезапно начала затоплять улицы, что вызвало хаос на дорогах. Ветер со скоростью до 80 км в час с корнем вырвал более 1000 деревьев, повреждены линии электропередач. В Варшаве был временно закрыт аэропорт, затоплен один из вокзалов и несколько станций метро. Вода в 4 реках Польши достигла критической отметки. В столице начали возводить заграждения от наводнения. В небольшой деревне Каладжач в центральной части Польши во время шторма погибла женщина. В Каладжаче во время сильной грозы ветром сдуло крышу сарая, которая ударила 30-летнюю женщину. Получив травму головы, женщина, к сожалению, скончалась на месте. У нее осталось 2 маленьких детей. По прогнозам синоптиков, плохая погода в Польше сохранится до конца недели.